Всем привет, ребята! У нас сегодня кулинарный блог. Мне, как обычно, будет помогать мой брат Максим и еще один маленький секретный помощник. Уже заканчивается сезон малины, и я хочу успеть приготовить вкусный, нежный, ароматный рулет с заварным кремом и малиной. Для бисквита нам понадобится стакан муки, 5 яиц, стакан сахара и пол чайной ложки гашеной соды. Для заварного крема нам понадобится 2 стакана молока, 1 яйцо, пол стакана сахара, 50 грамм сливочного масла, столовая ложка крахмала, столовая ложка муки и малина по вкусу. Для того, чтобы наш рулет получился пропитанным, мы сделаем сахарный сироп. Смешаем пол стакана сахара и пол стакана воды. Начнем, конечно же, с замеса теста. Добавляем в яйца сахар. И хорошенько перемешиваем. Массу мы взбивали где-то 5 минут. Посмотрите, она увеличилась в объеме почти что в 2 раза. Сейчас мы будем потихонечку вмешивать муку на маленькой мощности. Добавляем пол ложки гашеной соды. Тесто должно получиться вот такой консистенции. Противень мы покрыли пергаментной бумагой и хорошенько промазали подсолнечным маслом. Разравниваем тесто по всему периметру противня. Ставим в разогретую духовку до 180 градусов. Добавляем яйцо и сахар. Муку и крахмал. Все хорошенько перемешиваем. Ставим на медленный огонь и доводим до кипения. Массу постоянно помешиваем, чтобы она не пригорала. Как только начинает закипать, добавляем сливочное масло. И высыпаем малину. Доводим до кипения. Масса закипела. Убираем с огня и накрываем крышкой. Варим сироп. После растворения сахара варим еще минут 5. Переворачиваем наш бисквит на полотенце. И формируем наш рулет. Это нужно для того, чтобы наш рулет принял нужную форму. Пока наш рулет немножечко остывает, я принесу крем и сироп для пропитки. Сворачиваем наш рулет. И снимаем пергамент. Делаем все аккуратно, чтобы не повредить корж. Пропитываем наш корж сиропом. Проходим по всему периметру. Теперь намазываем крем. Немного крема. Мы завернем рулет и польем оставшимся кремом рулет сверху.